Господарки Гомельской области пошли работы на палетках. Основная увага зараз надается унесению минеральных удобрений. Згодно с дорушением старшиня облвыканкама, техника, якая прими удел у весновой кампании, повинна быть готовой до 7 соковика. Сегодня наши корреспонденты наведали Ветковский район. Докладный термин початку сяубы поколь не огучивается, але в сувязи с незвычайно теплым надворьем техника на палетке может выйти у ближайшие тыдни. Поколь основные работы обмежовываются унесением минеральных удобрений. До того ж, господарки створяют необходимые запасы насения и нарыхтовывают сродки аховы рослин. У акционерном товаристве «Хальш» на линейце готовности усе тракторы за выключением двух. У одного необходимо отремонтовать рухавик, другие потребуя больше складанного ремонту. Правда, неких хваляваний на конт своей часовой готовности этой техники нема. У «Абалагросервисе» обещают завершить ремонт до конца тыдня. Проблем с оплатой так само не існуе. Полову необходимых сродков выдатковал областный бюджет. Меньше складанные работы у «Хальша» зробили уластными силами. Если ремонт не сильно трудный, то работники наши слесаря и мастер-наладчики не выполняют сами. В принципе, такие, конечно, как ремонт моторов «Дойц», «Детройт», конечно, лучше отдавать специалистам, которые более разбираются в этом. А проща подтримки областного бюджета на подрыхтовку техники до посяуной активно выкарыстовываются так само уластные сродки. Тут основная надея на работу живелогадучей галины, якая приносит до 95% прибытку. У минулом годе были зауваги до работы ветеринару. Специалистов этого профилю просто не хапало, что привело до зменшения статку. Зараз у «Хальши» завершают творение отповедной службы и различивают на повелишение надоев. Дарыше, зараз усе молоко господарцы сдается перепрацовщикам выключно высшейшим гатункам. Выгодных для господарки закупочных ценах. У сельгаспредприемства молокозаводы называют партнерами. Без их допомоги, кажуть, обойтись тяжко. Реализация молока в выручке составляет практически 95%. Молочные заводы помогают нам оплачивать электроэнергию, горюче-смазочные материалы, ремонт техники. Першопочатковые работы на конт закрытия вильгати у акционерном товаристве «Хальш» готовы выконывать уже зараз. Теперь все залежит от стану глебы. Во всяким выпадку неких проблем с початком посевной у господарцы не бачать. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Ветковский район.